Здравствуй, друзья. Освободитель позвонил домой, а его жена, ну кто бы мог такое подумать? С другим мужиком голая пьет за его здоровье. А можно я выпью, извини? Вы что, пьете, что ли? Нет, это я мартини. Ленька. Братан, ты что-то какой-то расстроенный. Что расстроенный? Просто взрослый парень у меня. Братан. Что-то какой-то расстроенный. Что-то случилось? Лёнь, если помощь какая нужна, будешь, звякните там, ну попроси ребят, пускай звякнут. Угу. Все сделаю, ну все помогу. Своей жене Вань сегодня два раза якорь в бухту уже закинул. Чем смог, тем помог. Мы русские, своих не бросаем. Соберу здесь весь поселок, соберу пол Ярославля. Муж поехал на войну убивать, грабить за деньги, а его жена водит домой чужих мужиков. Просто созданы друг для друга. 1992 год. Полковник КГБ Путин пустил по миру город Санкт-Петербург. В 2023 году пустил по миру уже всю Россию. Помилованный Путиным боец СВО в Соль-Илецке вернулся с войны. Позвал в гости 11-летнюю девочку, сказал, пойдем, у меня дома умная колонка. И умею уговаривать, донатить для ВСУ, правда? Воздуха наберите. Пионерский отряд для взрослых. Широкая кость. Отряд старшего вожатого, отряд на пионерский сбор построен. Товарищ вожатый, мы к вбросу бюллетеней готовы. Наш девиз. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе. Ваш девиз. Сами не жили и вам не дадим. Совесть. За тортики с пальмового масла продадим. Старшая пионервожатая Тесленко Светлана Александровна. Рапорт принят. Дружина, торжественную линейку разрешаю открыть пионерского лагеря для взрослых вперед в СССР. Будьте готовы. Всегда готовы. Открыть новую больницу или детский садик? Так денег нет. А вот лагерь для взрослых? Это пожалуйста. Кстати, один день войны в Украине – стоит столько же, сколько три новенькие больницы. Не перепутай. Москва, парк Радуга, район Вишняки, нанотехнологии. Да, вот так вот. Нанотрактор с дозвуковым ковшом и два таджика пятого поколения. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gordon Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gordon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Gordon в шоколаде. И носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Норильск. Автобус замело снегом, а люди сидят и покорно ждут. 35-й маршрут. Стоим на Долгыкане. Ого, ветер. Со снегом в лицо. Да подумаешь. Не так уж и холодно. Да, надо еще потерпеть.
И ничего уже не делают больше получаса. Так, в каких условиях люди ждут? Непонятно чего. Ждут, кто победит все-таки в следующем году. Трамп или Байден? Освободитель. Поехал в Украину. Думал, хлеборезом поставят в палатке. Будет хлебушек нарезать, чтобы закрыть ипотеку. Я Матвиенок Иван Михайлович, Красноярский край. Зашел случайно в военкомат, меня быстренько оформили. Ну, зашел выпивший в военкомат, и все. Ну, я думал, буду как и на срочке хлеборезом. Закрою ипотеку. Да, порежу хлебушек год и все. Но не тут-то было. Да, порезал хлебушек. Но хлеборезка вроде целая. Этому еще повезло. Может, даже список на обмен попадет. Редкие кадры. Освободитель в естественной среде обитания. Это Леха местный дворник. Сейчас мне... Че, Леха, дома в деревне на телевизор не заработать, да? Что это Леха, местный бомж. Пацаны, хоть унитаз оставьте им. Не, унитаз Леха не оставит. За унитаз Леха готов здоровье отдать. Владивосток. Пенсионеры стоят в очереди, чтобы купить просрочку. Видите, что в Пятерочке пенсионеры с помоек собирают продукты, но вот Владивосток. У нас они не собирают. У нас они с помойки просрочку покупают. Вот. Идет рабочий торговый день. Вот сейчас по левую сторону бабушки просрочку покупают. Вот. Ты продал? Ужас. Просроченный хлеб пенсионерам продают за деньги. А по телевизору все о величии да о величии. А вот те самые загнивающие американцы. У них, понятное дело, все еще хуже. Привет, обманутые россияне. Снимаю маленький видеоклип. На минутку, сколько там, 60 секунд. Нахожусь в загнивающей, так сказать, на территории. Это комьюнити для стариков, пенсионеров. Люди живут здесь. Теннисные корты, площадки, играть теннис. Машины запаркованы, электромобили, пальмочки, цветочки, все загнивает. Просто хочу показать в центре этого городка для пенсионеров. Просто стоит бассейн. И если тебе жарко, просто иди поплавай и позагорай на лежаках, которые уже ржавеют от солнца, морской соли. Ну, тут написано. Так все загнивает. Я не знаю, что там насчет Саратова. Я знаю, здания падают. И все такое. Но тут тоже очень все тяжело. Все понятно. Непонятно только, где остальные пенсионеры. В Саратов, видимо, переезжают, да? Да.